Раннее воскресное утро. Любители поплавать в Кристалле уже знают. Каждый уикенд здесь шумит ватерпольная тусовка. Водное поло – это простыми словами смесь хоккея, футбола и баскетбола. При этом более 80% тела спортсмена находится под водой. Ребята, занимающиеся этим видом спорта, не просто хорошие пловцы. Это совершенно иной уровень поведения в воде. Если смотреть со стороны, видим, что плавание, люди плывут. Но в водном поло руки и ноги, они работают чуть-чуть по-другому. То есть, чтобы игрок произвел удар, он должен стоять на воде. На воде, то есть так, как мы стоим с вами на полу, то есть на поверхности. То есть он должен опереться на воду так, как мы стоим на воде, и совершить этот удар. Мирон Ображенчик, пловец под номером 2, буквально живет в воде с 5-летнего возраста. Сначала парень уверенно научился плавать. Потом вместе с другими претендентами проходил своего рода кастинг в секцию. Ведь в этот спорт берут только самых смелых и ловких пловцов с прекрасной координацией. При хорошем ударе мяч в водном поле летит, как пушечный снаряд. У меня стратегия игры – это отбирать мяч и забивать гол. Я думаю, надо просто иметь потенциал, чтобы все было хорошо, и у тебя все получалось, и упорно заниматься. Сегодня команда не просто тренируется, но и обменивается впечатлениями от поездки. На всероссийском турнире по водному поло «Золотой мяч» березняковские ребята состязались с командами из Новосибирской и Московской областей, а также Республики Татарстан и Алтайского края. Ребята провели 6 игр. 2 игры выиграли. Одну игру свели в ничью и 3 игры проиграли. Это скромный результат, но наши ребята получили большой, огромный опыт в участии в соревнованиях такого уровня и получили большие эмоции, самое главное. Тем более, что впереди у ватерполистов планы покорения новых спортивных олимпов. А без соревновательной практики, как известно, рассчитывать на достойный результат сложно. Здорово, что поездки на такие значимые российские состязания финансово поддерживаются. Вот и на этот раз выезд состоялся в том числе благодаря содействию компании «Уралкали». Компания «Уралкали» в принципе поддерживает спорт в Березняках. А командные, массовые виды спорта, ну, тем более. Ведь командный спорт, он развивает молодежи, чувство локтя, взаимодействия. Ну, в команде каждый работает на достижение общего результата. Что ж, пожелаем березняковским ватерполистам молниеносных реакций, сильного командного духа и, конечно же, новых достижений. Ольга Максименко, Александр Зибзеев. Наши новости.